Особенно хочу призвать мусульманских стран, чтобы они вмешались, создали коалицию и призвали своих друзей, европейцев, Запад, чтобы они не бомбили дом, города, где живут мирные жители. Они знают, что там не находятся боевики, просто чтобы напугать, они взрывают, убивают, а Запад, Европа, он подтягивает свои силы для того, чтобы уничтожить Палестину. А что мы делаем? Мы даже молиться боимся. Мы даже сказать слово боимся.